Всем привет, с вами Спайс, и у меня умерла ящерица. Моя ящерица Стёпа, которую мы почти 2 года назад привезли из Сочи, мы ее там поймали, решили оставить себе. Она у нас жила 2 года, мы ее кормили, поили, ухаживали за ней, снимали с ней некоторые видео. Кстати, одно из самых популярных видео на моем канале именно про мою ящерицу. И вчера вечером мы приезжаем и видим ее мертвой. В этом видео я решил сделать что-то вроде статуэтки моей ящерицы. Сначала я решил сделать фигурку самой ящерицы. Вот такая фигурка у меня получилась. Затем мне нужно было сделать то, на чем будет стоять ящерица. В моем случае это что-то вроде пенька. Вот такая, так сказать, подставка у меня получилась. Теперь ставим ящерицу на подставку и кладем запекаться. После запекания я решил добавить табличку с надписью. Вот такая статуя у меня получилась. Вот так вот у меня и появился этот прикольный монумент, статуя такая. Теперь я всегда буду помнить, что у меня жила такая ящерица Стёпик. Монумент довольно прикольный. Это как будто пенечек с травкой, и на нем сидит вот такая вот ящерка. В процессе запекания фигурка немного потрескалась, поэтому пришлось там кое-что доделывать. Вот здесь вот она потрескалась на спине. Но в целом получилось довольно хорошо. Мне нравится эта фигурка. А с вами был Витспайс. До новых встреч. Всем пока-пока.